Так, значит, пока я сейчас себе буду готовить завтрак. Этот маленький мой тирарюга уже завтракает. Спасибо, маме. За помощь. Дома не оказалось одного из главных ингредиентов. Это лаваш, в который заворачиваются мои любимые конфетки. Поэтому только идти в магазин. Один пассажир уже поел, смотрит мультики, пока едят другие пассажиры. А, красота. Как ладно?